ребята, всем привет! Вы на канале Влог Карцева Женина. В общем, смотрите, я в аэропорту сейчас и хочу вам рассказать маленькое будет такое чуть-чуть информационное видео. Вот. Если прилетите самостоятельно в Бангкок, как вам сориентироваться, добраться до Паттайи. Ну, let's go! Ой, девочки, ну я олень, я как всегда. Я думала, что я записываю видео. Короче, смотрите, какие новшества. Вы когда прилетаете, да, вы спускаетесь на этаж ниже. И попадаете вот сюда. Я помню, это какой-то этаж. На второй вы прилетаете. В общем, по флору я вам позже скажу. Ну, в общем, не перепутайте. На этаж ниже. Ну все правильно, на второй этаж спускаетесь, прилетаете вы на третий. И здесь есть вот такие сервисы такси. Во-первых, есть карта, да, где обозначено какие-то полезные взлетные полосы, больницы, какие-то мини-парки, парки, в общем, обозначена карта. И здесь стоят терминалы, с помощью которого вы можете приобрести билет на такси. И вон стоят места, парковочные места, да, машины. Вам тикет выходит, и вы подходите и загружаетесь. Также есть люди, которые помогают, работники, да, если вы там, ну, далеки от всех этих сервисов, то, ну, допустим, как я, да, то вам поможет человек. И здесь они вот у каждого выхода, собственно говоря. Но есть также и просто киоски, где вы можете взять, приобрести. Я не знаю, разница в цене какая-то будет, но мне кажется, должна быть разница в цене. Вот, а для особо бюджетных туристов... ну и, естественно, смотрите, вентиляторы на улице везде, лавочки везде также оборудованы. Везде, везде, везде. То есть, ну, спокойно можете сесть, переждать, дождаться. Но сейчас идем с вами внутрь. И покажу вам внутри. Так, банкоматы есть также ручки, да, вот тут что у нас? Что-то заполняется здесь. Ну, в общем, ручка, если вдруг понадобится. Банкоматы. Сейчас зайдем внутрь, и я вам покажу. Где приобрести на автобус билет. Через дорогу там автобусы, которые идут до Паттайи и для любого нужного вам места. Расписание прилетов, вылетов. Куда там монахи собрались лететь. Также есть абсолютно на каждом этаже по несколько штук туалеты. Обозначены женские, мужские схемы. В аэропорту в самом очень сильно работают системы кондиционирования, кондиционеры. Поэтому, ну, лучше взять, конечно, с собой какую-то кофточку, если вам надо будет что-то ожидать. Вон до отеля до Бангкока 180 бат стоит билет. Но как езжу я, добираюсь? Да, отсюда. Вот здесь стоит. Видите, проходите, вот вы видите. Вот оно. Паттайя и Хуахин. До Хуахина стоит билет 325. Нет, 190. Короче, нет, 325 бат. А это до... Hello. Здесь 143 бата до Джантьена, до Типразит. До Типразит в бас-стейшн, который напротив фудмарта. Вот покупаете за 150 бат, условно говоря. У кого-то здесь еще Новый год. И вы спокойненько за 2 часа доезжаете до... Прям ровно 2 часа засекала, когда сейчас ехала сюда. Вы доезжаете до Паттайи. Ну, это VIP-сервис тут, типа. Не вижу смысла переплачивать, честно говоря. Вот сейчас вам покажу кафешку. Если вы проголодались, вы очень сильно соскучились по тайской еде, да,
тайской кухни давно здесь не были. Вот здесь Magic Food Point. Вы сюда заходите, покупаете карточки и по карточкам едите, едите, заказывайте, кушаете. Очень много людей здесь. В общем, здесь фактически тайские цены из всего аэропорта. Поэтому не теряйтесь. Я говорю, тут запутаться вообще нету никаких трудностей. Пролетаете и на этаж ниже. Надеюсь, это видео вам пригодится.